Совсем скоро учителя отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этого события в совместном проекте историко-культурного центра и телеканала «Видное ТВ. Стихи живут повсюду» приняли участие преподаватели Видновской школы номер 4. Они прочитали стихотворение «1 сентября» известной поэтессы и переводчицы Юны Морец. «Проснитесь-ка, будьте добры, вскочите, как ранние птички, давайте пригладим вихры и в ленты нарядим косички. С цветами толпа детворы по утренней мчится прохладе. Пожалуйста, будьте бодры, в портфель собирая тетради. В начале осенней поры, пожалуйста, будьте добры, не спать на ходу, как тетеря, а школьные вычистить перья. Ведь вы набарахтались в речке, пожарились в солнечной печке. Пожалуйста, будьте добры в начале осенней поры. В начале осенней поры берите цветные шары и в школу влетайте, пишите, читайте. Пожалуйста, будьте добры. Точить на уроках балясы, капризничать, строить гримасы, валять дурака, отвечать с потолка. Не вздумайте, будьте добры. Заправьте чернилами ручки. Пожалуйста, будьте добры. Внимание! Входит учитель, мечтатель, а также мыслитель. Всем ушки держать на макушке. Пожалуйста, будьте бодры. Педагоги признались, посыл стихотворения очень верный и правильный, ведь современным школьникам часто не хватает усидчивости и внимания, а порой и доброты. Обратилась бы к детям с такими же словами, призывая их к бодрости, доброте перед началом учебного года. Поэзия обязательно детям начальных классов и старшего звена необходима, потому что из стихов, также из различных произведений они получают необходимую информацию. Для учителей 4-й школы участие в проекте «Стихи живут повсюду» – это новый интересный опыт, а также отличная возможность приобщить подрастающее поколение к хорошей поэзии. Стихотворения интересные, да, мы знаем, что у Юны Морец такие оригинальные, интересные стихотворения. И, конечно, было увлекательно учить это стихотворение и рассказать про 1 сентября. За время существования проекта «Стихи живут повсюду» в нем приняли участие более 60 человек, учащиеся школ, сотрудники различных предприятий муниципалитета. Этот сюжет уже 17-й по счету. И останавливаться на этом создатели проекта не намерены. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».